Показания свидетелей, записи в интернете, отношения общественности – все в этом деле постоянно трансформируется, а кое-что бесследно исчезает. Первое, что кануло в лету – определение «урод», которое Алексей Кашаев позволил себе применить в публичном пространстве в отношении не вставшего под гимн корреспондента. Второе – на суде свидетели ответчика. А ответчикам по делу, напоминаем, проходит глава города, путались в показаниях, показывая, как Кашаев оттолкнул журналиста, одновременно оговариваясь, что он прошел, не задев его. Сам глава поначалу заявил, что подтекст дела острополитический. Все мы знаем, что мне хотят убрать достаточно высокопоставленные чиновники. Вот это сейчас зацепка, такой хороший камень, скажем, момент и повод просто убрать меня с этого поста. Однако после второго заседания суда мнение главы о тайной подоплеке дела изменилось. Во всем виноваты рейтинги. Откуда ветер дует? Ну, журналистам нужны рейтинги. Вот оттуда ветер и дует. Поднять свои рейтинги, чтобы узнавались не только в городе Димитровград, в Ульяновской области и в Российской Федерации. Все. Кичимайкин признал свою оплошность. Руководство портала тоже не обеляет своего сотрудника. Но за непочтение к гимну нет административного или уголовного наказания. А вот за удары кулаком по голове есть. Факт наличия телесных повреждений зафиксирован в местной больнице. Судмедэксперты их наличие подтвердили. Мы сегодня здесь присутствуем не из-за того, что журналист не встал под гимн. Мы здесь сегодня присутствуем из-за того, что один человек ударил другого. В данном случае это можно рассматривать как человек ударил человека и как глава города, чиновник, ударил журналист, который в тот момент находился при исполнении служебных обязанностей. Достаточно большая, чтобы не вместиться в маленькой комнате зала суда, толпа думала иначе. Скромные провинциалы, активно и местами даже матерно поддерживающие своего главу в просторах интернета, на камеру точку зрения выражали неохотно и велеречиво. А вы кто? Откуда? Мы телеканал «Репортер» ульяновский. Ага. Патриарх Кирилл? Наш патриарх, когда встречался с журналистами, ну, которые заканчивают, да, и один из них спросил, о чем же нам писать? О чем? Вы скажите вы, о чем нужно писать? А он сказал, можно писать обо всем, но только так, чтобы это приносило добро. Из собравшихся в поддержку Кашаева собратьев по оружию, пенсионеров и спортсменов выразить свою позицию открыто согласились только последние. Мы здесь пришли в поддержку Алексея Михайловича Кашаева, поддержать его в данной ситуации. Вы знаете, такой наглости со стороны вот этого журналиста я не слышал, а такой наглости уже давно, чтобы человек не уважал ни всех присутствующих на том мероприятии, ни флаг Российской Федерации, ни гимн Российской Федерации. По сути, я по-другому не могу это назвать, по сути, плюнул. Свидетели, приглашенные в суд, ничего не видели. Фотографии, сделанные с дрона, тоже не несли информации, кроме той, что патриотическое мероприятие вообще происходило. А видеозаписи, которые могли бы разрешить все сомнения, стороны не предоставили. Из вполне понятного и легко разрешимого дело превращается в правовой долгострой. Кямран готов к примирению. Я хотел бы, чтобы люди осознали то, что даже если человек облечен властью, но не имеет права трогать других людей при любых обстоятельствах. Вот и все. Закончившееся заседание суда решение не принесло. Процесс отложили до пятницы. А в пятницу ответчик Алексей Кашаев заболел. Поэтому суд снова отложили. Павел Половов, Александр Кретинин, «Репортер 73».